Так, попробую косой, наверное, сначала, не знаю. Косой, косой. Ой, боюсь я эту заразу. А есть у меня какое-то зелье там, я не знаю еще. А, я взяла только вот это восстановительное. Ну ладно, если что, на семерку, да, не забыть. Ай, боюсь я его, боюсь. Так, на Е, да, вот эта фигня. Вот это вот страшно, мне не нравится. Ай, как это больно. Так, как там на С? Ну да, классно. Классно получилось, офигенно просто. Не то. Опять же. Не то. Не то. Ай. Больно. Больно, собака, больно. Ай. Ай, сейчас убьет, не почешется. Валим. Нет, 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 нет. Уйди. Блин, хилиться надо, срочно. А когда хилиться? А не, некогда, некогда хилиться, блин. А, я еще про ульту забыла, блински, блин. Блин, ну тут медведь, конечно, жесткий. Про ульту забыла. Привет, одуван. Да, пушистимся вон, пушистых убиваем, блин. Так, значит, получается, вот здесь, тогда я вот, получается, ближе, а без разницы, хотя... Да без разницы, ладно, отсюда пойду. В принципе, убить не проблема, его просто это... Как его? Просто забыла, во-первых, про ульту. Да отвалить его. Про ульту. Ну, ульта бы мне особо не помогла, конечно. Спать хочешь? Ну, иди спи. А нефиг по ночам шляться. Спать он хочет. Не, ребята, я не буду с вами драться. Ну вас нафиг. Или буду. Или не буду. Ё-моё, началось. Ой, сейчас. Началось мелкое туда-сюда, блин. Хочу к своему пушистика потеребонькать. А. Ну, потеребонькаешь, потерпи. А чё это они тебя не устраивают? Злые, что ли? Не дают себя теребонькать?
Медь. Если бы этот Мишка еще вот эти свои камни не кидал, было бы нормально. Либо со взрывчатка. А, вот здесь требуется взрывчатка. Сейчас день останется, зараза. До пещеры хотя бы добежать. Боюсь, раздавятся случайно. Кого, тебя? А, слишком большие. Да на вид вроде небольшие. Вроде бы такой же, как и твой. По размеру мне показалось. Не намного больше. Так, во-первых, не забыть про ульту. Во-вторых, надо вовремя все применять. В-третьих, забрать бы лут желательно. Вообще надо было еще взять и этот, как его, эликсир. Да что ты нажимаешь, не то. Да, конечно, прям под камни, естественно. Естественно. Братские камни. Так, ульта. Подожди. Тут ты, блин. Ну, блин, эти камни, конечно, напрягают. Очень сильно. Так он не дает мне даже похилиться, собака такая. Куда ты убежал, пес? Ой, блин. Да ну его в жопу, этого медведя. Тут он жесткий какой-то. Камни вот напрягают. Если бы не камни, было бы нормально. Так, не то нажимаю, опять же. Да. А, господи! Дурацкий медведь, отстань от меня! Чё ты жесткий-то такой? Отвали! Капец какой-то, это невозможно. У меня уже 47 уровень, почему я не могу его убить-то? Чё он такой урон наносит, нереальный какой-то? Да ну жесть какая-то, блин, это невозможно. Честно говоря, меня это напрягает. Так какой надо шмот иметь, чтобы его нормально убивать? Может, попробую сейчас с мечом, не знаю. Что-то касается, кажется. Или нет. И вот этот скилл надо поменять. Я не умею им пользоваться, я неправильно им пользуюсь. Я лучше поставлю скилл атакующий какой-нибудь, милое дело. Вот это вот лучше поставлю. Мне кажется, это будет полезнее. Морозное. Надо понять просто, как его убить, я пока не...
Не приспособиться надо к нему. Ну и бьет он, конечно, прилично. Так, а мой лут, интересно, не пропадет, надеюсь? От стольких смертей. Там теперь две какашки валяются. Хорошо, хоть с ним днем можно драться, потому что в пещере. Ах. Вот это будет получше. А, я же меч хотела. Давай заморозь его к чертам. Это было бы идеально. Да, блин. Не туда, естественно. И туда, естественно, отвали, собака. Да ты задолбал, что ты так бегаешь-то? Отвали от меня. Да задолбал ты. Ай, блин, скиплин. Милое дело с этим скиллом, а то вот этот вот непонятный скилл, я им неправильно пользуюсь, соответственно, вот такая фигня и получается. Мне лучше атакующие скиллы, милое дело. Открыта новая кровь, аллилуйя, блин. Фуф. Муторный Михаил Потапыч. Вернее, это даже не Михаил Потапыч, это медведица. Это медведица. Теперь я могу типа в мишку превращаться. Сейчас посмотрим. Так, и что-то он мне дал какой-то новый скилл, да? Что он мне дал? Не знаю, что он мне дал. Но он мне дал... Ай, блин, кровь. Он мне дал это превращение в медведя, это раз. А второе что? Ой, на какую там кнопку мне говорили нажимать? На П? Нет, не на П. На О. А, ну и меховые ковры. Форма медведя. Ну-ка давай попробуем форму медведя. Что она там говорили, дает? Типа бить буду сильно или что? А или смогу тяжести таскать? А это куда? Это выход куда-то. Ой, ну медленная, конечно, я в его. А, я могу прям им собирать. А, нет. Я думала, я им собирать могу. А, я им бить могу? Серьезно? Так, а как из него выйти-то? Подожди. А как выйти с него? Еще раз нажать? А, еще раз нажать. Нет. Ладно. Разберемся. Можешь бить, он тебя регенит, хп экономит, тебе кровь носит серебро. Вот это круто, кстати. Надо подраться с кем-нибудь. Срочняк. Срочняк, надо подраться. Проверить, как это работает. Сразу наберу, потому что это лишнее не будет. Сейчас бы заодно, кстати, какого-нибудь слугу бы привести. Так, ну-ка давай-ка превратимся. С волками хотя бы просто попробуем. Ну-ка, волки, позорно, идите сюда.
он норм. Ай. У него еще какой-то скилл есть? Над с волками, понятно. Забавно, блин, мне нравится. Прикольно. А это ресурсы, он, получается, бьет, а потом... А, на Q у него еще скилл. О! Нифига, серьезно? Подожди. Как вот из него, с его этот выйти? На Т нажать надо? А, нет, это какой-то рык. Что это за... рык какой-то непонятный. Так, ну-ка. Как мне? Непонятно, как перетываться. А, чё, он все сломал, типа? А я это собрала или не собрала? Вот вопрос, кажется, нет. То есть он разрушает, но не собирает, получается. Ладно, ладно, прикольно. Может, при случае буду использовать. Ну, он бьет так не сильно, конечно, по сравнению, как если бы я била. Только обычным оружием. Но по приколу можно. Ну да, чуть-чуть посильнее, если как вот обычную брать. Да, друг, да, вот я тут согласна, Кость, действительно. Только с какими-то вот такими, с мелкими там, с животными. А с каким-то серьезным противником, конечно, это не резон. Абсолютно. Абсолютно согласна. Да, потому что в своей форме, во-первых, и скиллов больше, и как бы... Так, а я лошадь свою не забрала, да? Ой, да хрен с ней с этой лошадью. Так. Пойдем в замок, наверное, сейчас все скину. А, и по дороге на кого-нибудь человечка найти еще одного слугу. А вон человечки, кстати. Ну-ка, пойдемте, человечки. 87%. Ты что, это надо выпить? Так. Подожди, давай я вот это. А, блин, мне же надо при это вот эту штуку нажать. Эту штуку мне надо нажать. Так, давай, я... у меня лучник уже вроде есть. Давай я тебя вот убью, чтобы ты не мешался. Ааа, и всех убила. Ну что ж такое-то? Как так получилось-то? Ай, блин. Ладно, сейчас найдем какого-нибудь. Шима, привет. Утро? Да какое утро? Уже давно час дня у меня лично. Какое утро? Ты о чем вообще? Или ты, или у тебя еще утро? Ты только проснулся, значит, у тебя утро. Окей. Как скажешь. Что? Зачем ты их раскидала? Игрушки раскидает, а я чё? И чё дальше? Сижу, жду, может, кто-то уже живет, зайдет поболтать, тишина и покой. Ясно. Ясно, понятно. Так, куда я шла? В свой замок я шла. Кстати, а у топора какой скилл? Ну-ка посмотрим. Ага, тоже прикольно. Тоже прикольный скилл. Так, ну где кто-нибудь?
Так, а чё... А, это же. Для того, чтобы человечков. Надо человечков найти. Еще одного слугу забабахать, пока... Как раз пока это... Он сделается. Когда надо, блин, этих людишек не найдешь. Вон, куча людишек. Ну, блин, там этот, ополченец-боец. Он 56 уровня, охренеть. Не-не-не-не. Да ну нет, он меня сейчас грохнет 100%. А я без скилла. Он меня грохнет по-любому. А я без скилла. Вот бы его, а его можно слугой сделать, интересно? Это было бы прикольно. Но, скорее всего, нет. И не смогу я этого сделать. Блин, нет, мне нужно какой-то... Какой-то чувак отдельно от... От всего этого безобразия. Сейчас я с ним как-то более-менее сражаться хотя бы могу. А раньше не могла. А давай я тебе это, может, я тебя сделаю слугой? Слышь? Не, не получится. Ай, больно. Кажется, не смогу. Он меня убьет раньше, да? О, ха-ха, круто, у меня теперь такой слуга. Пойдем, чувак, ты классный, ты сильный, ты вообще тема. Пошли, так, пойдем домой. Круто. У меня теперь толстый слуга. Слуг бери сразу, локация своей перенесет прибыли на больше, на 20% больше, да? Ну ладно, посмотрим, пока я это... У меня теперь какой-то вон толстяк будет. А то те двое простые... Вот, поэтому... А этот будет вот потолще. Ну, а такой чувак, он ходит и на тех локациях тоже. Так, пойдем. Таких я встречала и там, вот, где выше. И всякие вот эти хлопки и тому подобное. Пойдем, у меня для тебя кроватка припасена. Еще играть перестал Вирайн, пацану отдал своего перса. Ну ты наигрался, тебе уже как бы не так интересно. У меня пока есть интерес. И как бы, пока я всех боссов не убью, как бы там. Все не сделаю, все, что тут возможно. Я не успокоюсь. Так, ладно. Ладно. Сейчас все поскидываем. Медь пусть плавится, на лишнее не будет. Дальше. Сера пусть здесь. Сера. Бардак у меня начинается в ящиках, но как бы без этого никак. Без бардака никак. С бардака не будет порядка. Так, это кирпичи. Так, тут, кстати, а железо что здесь делает? Надо его плавиться поставить. Чё это я? Сюда его поставлю, пусть плавится. Пока оно мне особо не надо, но... Может быть, я еще оружие захочу делать, поэтому пусть будет. Лишнее не будет. Илку нравится играть, пусть играет, тем более я сейчас в элитке залипаю. Ну так пусть играет тогда так. Дальше. Скелетоны. Это сюда. Немножечко хотя бы это. Как-то это все расставить.
покрасивее. Так, так. Камешки. Так, где дерево, это я туда засуну. Так. Трава. Здесь кровь. Так, ну розы я запихну в этот, в могилу. Мне не особо нужно, но... Кажется, я как-то быстрее стала передвигаться, что ли. Слуг бери 80%. Плюс, потом ближе к 100. Какие 80%? Чё за 80%? Где это отображается? Компетентность 2%. Вообще некомпетентный. А этот какой? Качество 18%. А, это качество крови. Ты именно кровь имеешь в виду, да? А здесь какое качество крови, не знаю. Без понятия. Да я пока не заморачиваюсь с этим, пока как есть. Мне это особо как бы и не надо так-то, если подумать, честно говоря. Потом, если действительно что-то там надо будет, я, может быть, заморочусь. Хотя вряд ли. Я не люблю заморачиваться. Так, бумага. Нитки. Так, ну это я туда раскидаю. Кровь, да? Ну, блин, это искать, это фармить. У меня нет такого желания, честно говоря. Это надо бегать, искать. Там редко такое попадается, чтобы это... С такой кровью хорошей. Если я с такой кровью вижу, то я это... Выпиваю эту кровь. Так. Пусть не сделается. Пусть здесь лежит. Так, все, поскидывали. Слугу привели. Слугу привели. Окей. С изготовлением, в принципе, мне нужно око сумерек, но это нужен золотой слиток, и это как бы... Это не скоро. Поэтому дальше боссов мочить. Да, мне советовать это, знаешь, такое. Я, может, буду, может, нет. Если сама до этого дойду, то буду. А так, я все равно забуду, поэтому советовать. Можно, конечно, но это бесполезно. Так, ладно.